Всем приветики, мои медвежата, и вы на честном канале Винни-Тока. И, к сожалению, это будет влог на тему, как я болею, мой больничный день, мое дистанционное обучение, как я хожу в аптеке и так далее. У меня сопли, головокружение и еще болит рука. Сейчас я в пижаме, давайте переоденемся в домашнюю одежду. Так как я болею, я надела теплые носочки, гольфы, свои любимые очки и теплый свитер. Что ж, поехали, приготовим себе завтрак, а также завтрак моим питомцам. Далее я вспомнила то, что у меня есть очень много фруктов, поэтому давайте их достанем, нарежем и приготовим с молоком фруктовый вкусный салат. Тут я уже приготовила свою большую зеленую тарелочку. Давайте доставать фрукты. Давайте клубничку, допустим, авокадо. Думаю, еще можно положить персик и кусочки винограда. Вот так вот у меня получилось. Сейчас буду это все нарезать ножиком. И буду делать крем с молоком. Сначала налью молоко в чайник. Да, кипячу его и налью сверху, чтобы молоко впиталось и стало похоже на фруктовый крем. Ставлю чайник на место, достану ножик и буду резать свои вкусные фруктики. Это авокадо, персик, виноград и свою любимую клубничку. Я вот так их нарезала, у меня получилось такие вот ломтики всех фруктов. Думаю, у меня получился очень вкусный фруктовый салатик. Ну что ж, давайте не будем затягивать, уже поскорее это съедим. Ням-н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 ям
кружку в тарелку и поставлю их в раковину, и потом буду мыть посуду, потому что сейчас я этого делать не буду. А сейчас мы будем переодеваться в удобную одежду. И сейчас я буду собираться, чтобы купить себе лекарство в аптеку от головной боли и от тошноты. На градуснике было написано, что сейчас там плюс 17 градусов, поэтому беру свой рюкзачок с Hello Kitty и иду. Уже вышла из такси и пошла в больницу, потому что там самые дешевые цены и самые качественные таблетки. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, таблетки от поноса? Благодарю, спасибо. Ладно, пропустим. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, таблетки от головокружения, вон те розовые, и от тошноты, вон те желтые. Оплата картой или оплата наличными? Оплата наличными. Давайте, с вас 350 рублей. Хорошо, вот, держите. Спасибо, до свидания. До свидания. Сейчас я уже заказала себе такси заранее и купила себе сладкого молока. Ой, вот приехало мое такси, и я уже тут как тут приехала и возвращаюсь уже домой, чтобы поскорее выпить таблетки от головокружения, потому что у меня сейчас очень сильно болит голова. Эх, я так устала от этих болезней. Ну ладно. О, привет, мои любимые питомцы, привет, капибатка, привет, мой котик. Мы так по тебе скучали, да, наконец-то пришла. Спасибо, не ожидала от вас. Ладно, я вас люблю, я пойду принимать таблетки, пока. Пока! Ну что же, давайте переоденемся в удобную домашнюю одежду. Пойду помою посуду и приниму таблетки. Сейчас я выпью вот такие вот желтые таблетки от головокружения. Блин, ребят, таблетка какая-то стрёмная. Фу, она еще и пахнет. Ладно, мне придется.
Фу, она какая-то горькая. Фу-фу-фу. Ну ладно, надо скорее запить молоком. Ну хоть что-то сегодня вкусным. Далее, как я прочитала по инструкции, эту таблетку надо выпить после обеда. Ну окей, после обеда так после обеда. Ну что ж, а теперь... Ой, кажется, кто-то стучится в дверь. Пожалуй, надо открыть, посмотрю, кто там. О, это же моя ЛПшка. Привет, Оливия. О, привет. Я, конечно, очень рада, то, что ты пришла, но понимаешь, я болею. Что? Ты болеешь? Ну чем? У меня головокружение. И немножко болит горло. Блин, жалко. Но думаю, ты меня не заразишь, верно? Да, верно, проходи. Сейчас тебе принесу что-нибудь покушать. Ой, спасибо. Ну вот, держите фруктовый салат, давай вместе посмотрим фильм. О, ого, спасибо, хорошо. Ого, как быстро кончился фильм, уже началась другая программа. Ну давай я пока перекушу твоим фруктовым салатом. Спасибо, он очень вкусный. Да, пожалуйста, я его сама готовила. О, почему мои животные лезут только к тебе? Я сама не знаю. О, вот и мой котик к тебе прибежал. Они такие у тебя смешные. Ладно, хорошо, пока. Да, давай, напиши мне. Да, я тебе напишу в WhatsApp. Пока. Пока. Ну все. Простите, не смогу продолжать, я болею. Хорошо, пока. Угу. Хе-хей! Эй, Котя Мутка, почему вы так переживаете? Чё это вы так, а? Почему-то, когда я ухожу, вы так не делаете. Никогда. Ну ладно, ничего страшного. Пошлите. Вот ваше любимое место. Ой, ай, опять живот болит. Ай, надо срочно выпить таблетку. Скорее бы. О, наконец-то. Надеюсь, поможет. Когда уже это закончится? Ребята, вчера я уже ходила к врачу, и он сказал то, что мне надо поспать, полежать, отдохнуть. И ничем не заниматься, и просто полежать. Поэтому сейчас я буду спать, лежать в кровати. Поэтому спасибо за просмотр данного видеоролика. Ставьте лайк, подписывайтесь, конечно же, на мой канал и на мой телеграм-канал. Ссылочка в описании. И всем пока-пока!